О, как мы ходим. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем наше традиционное песнопение. Где-то уже с какой-то регулярностью мы проводим подобные вечера в гнезде глухаря. Возможно, кто-то из вас уже бывал, и тогда знает, что на наших вечерах «Споем тут, друзья» полагается петь всем вместе. Мы сегодня будем петь те песни, которые вы хорошо знаете. У вас на столах должны быть даже, может быть, на некоторых столах лежат такие листочки с текстами. Можно найти, не дали вам. Ну, может, если еще там остались, их поднесу. Ну, я думаю, что они не понадобятся. Вы все равно знаете, все и так. Все эти песни вы знаете. Мы собираемся для того, чтобы петь вместе с вами. Мы эти вечера очень любим, потому что поют в основном зрители. Самые активные столики, те, которые будут лучше всех, громче всех, активнее петь, получают подарки. Уникальные сегодня подарки, потому что прямо перед Новым годом мы выпустили. Вот наше трио выпустило диск, которого по форме вот такого еще не было. И пойте хорошо. Перед концертом. Да, пойте хорошо, потому что вот разжигайте свое любопытство, чтобы дома послушать уникальный, необычный диск нашего трио. Ну что ж, начнем с заглавной нашей песни. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам отпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О службе морской, о дружбе большой споем веселее, друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой знакомый плодок голубой. На рейде большом легла тишина, и море окутал туман. И берег родной целует волна, и тихо знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок. Молодцы.
Все, кто уже здесь сейчас сидит, тот вспомнит сразу. Раз. Юрий Кукин. Кто получится еще? Следующим номером нашей программы. Понимаешь, это странно, очень странно. Такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом. И за запахом тайги. А я еду за мечтами, за бумагой, за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, вихри, песни и дожди. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. Продолжаем романтическую тему. Одна из самых первых, наверное, бардовских песен написана в 1937 году. Школьником Павлом Коганом и первокурсником Георгием Левским. Переставать. Мы можем поставить пятак.
что сейчас мы начнем делать. Как говорит наш друг Алексей Игоревич Иващенко, мы будем вам очень благодарны, если вы по завершении нашей встречи не забудете включить ваши мобильные телефоны. Да, что-то у нас заводится. Вот, а если вы не выключите, вы все равно ничего не услышите, потому что хор поет так громко, что звонков все равно не слышно. Выключайте. Да, что-то такое. Булата Куджава. Из-за конкорочкой, неся пожаристой, за занавесками бельками рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Я знаю вечер, ты платишь шоком, пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней, кто-то на щеки, попридержи коней, поговори. Надя, брось коней, клубом на щеки, попридержи коней, поговори. Тут будет супер, да, камыши приводи, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, нет за двугривенный, в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, нет за двугривенный, в любую сторону твоей души. Спецовочки, такой промасленной, берег немыслимый, такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Но по сумеркам, камыши крикнули, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, нет за двугривенный, в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, нет за двугривенный, в любую сторону твоей души. В любую сторону твоей души. В любую сторону твоей души. Караоке. Путешествуем по Москве. Московские песни. Ну, немножечко. Московские. Сейчас мы будем... Какая песня? Самая знаменитая? Сейчас будем выбирать песни под напитки. Все выпивают, так все. Вот эта песня под красное вино. Да? Правда? Правда? Молодцы. Как вы угадали? Оскароносная песня. Дмитрий Сухарев, Юрий Висборг и Сергей Никитин. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, доверила любви. Снегами заморожена, весною заморожена, придет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы не было вначале, удалит он все печали. Вот ты стала обручальным, нам здоровое кольцо. Рябины красили, дубы стояли вязями, но не они, а ясени без промзу росли. Москва нам зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет владелица, хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами, этой ясень семенами.
небо с тобой, я сицилиан деревенским приобщился к вальсу венским. Он пробьется Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятана, Москва видала всякое, но бедные все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, уверенная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Я сицилиан деревенским приобщился к вальсу венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобой. Стали мы его судьбою, ты гляди с его лицом, чтобы ни было в начале, удали тот все печали. Вот ты стала обручальным нам садовое кольцо. Вот ты стала обручальным нам садовое кольцо. Я вот должен тут сказать обязательно в этом месте, что наш замечательный и великий русский поэт Дмитрий Сухарев, который продолжает уже второй год отмечать 80-летие, как-то перестал выступать везде глухаря, считает, что ему уже хватит выступать. Но мы все-таки надеемся его когда-нибудь уговорить. Но вот точно известно, что 12 февраля в ЦДХ, это на Крымской набережной напротив входа в парк, там, значит, вот ЦДХ. В зальчике, там такой очень симпатичный, хороший зал, будет проходить бенефис Дмитрия Сухарева с участием огромного количества композиторов, которые сочинили музыку на его стихи. И все присутствующие на сцене там тоже будут участвовать. Приходите, пожалуйста, билеты можно купить здесь, в Гнездо Глухаря. Любезно согласились. Да, это здесь будет очень интересный вечер, вы не пожалеете, приходите. Ну, поехали. Москва, да? Москва. Нет. С юностью моей я любую
с нами по ночам. Я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, его жиление в московских окнах негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, его жиление в московских окнах негасимый свет. Чувствую, сегодня будет очень трудно выбрать лучший столик. Он мне дорог с давних лет, его рождение в московских окнах негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, его рождение в московских окнах негасимый свет. Очень знаменитая песня, и когда мы в свое время записывали эту песню, то в этот момент в прессе обсуждался вопрос о переезде Государственной Думы, которая, как мы знаем, находится у нас на Охотном ряду, в город Санкт-Петербург. Да, и в город Санкт-Петербург. И никто не понимал. А мы понимали, потому что мы записали песню, она широко звучала в тот момент на всю страну, и в ней были такие строчки: «Слезайте, граждане, приехали, конец, охотный ряд, охотный ряд». Так вот, что надо было петь на митингах в декабре. Наш мелодитель, тормоз, наконец, ты нас стирал. Три часа подряд, слезайте, граждане, приехали, конец, охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец, охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горлами льется, Москву мудила дымная заря, идут сугробы, звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, здесь бродит зал кинов в тебя. На микрофоне колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, неохотно уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дым в вине юности моей, и новый встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Замечательная совершенно песня. Может быть, звучит не модно как-то в наше время, потому что в наше время вообще признаваться в любви Москве не принято. А вот так. Москва не может считаться чем-то таким, что можно любить, да. А оказывается, можно, да, действительно, да, можно и нужно. Это она потому, что она только что из Таиланда прилетела. И тоска по родине была.
Нет, я действительно только что прилетела, но дело не в этом, а дело в том, что я тоже провинциальная девушка, которая приехала в Москву, и мне этот город ничего плохого не сделал, а только хорошее. Если улицы Москвы вытянуть в одну, то по ней пройдете вы через всю страну. Если лестницы Москвы все сложить в одну, то по ней взберетесь вы прямо на луну. Вот она какая, большая, прибольшая, прилива со всеми, во всех сердцах живая, любимая, родная, красавица Москва. Заблудиться можно в ней ровно в 5 минут, но она полна друзей, и тебя найдут. Приласкают, ободрят, скажут, не робей, звезды красные горят по ночам над ней. Во всех сердцах жива, любимая, родная, красавица Москва. Днем и ночью, как прибой, все кипит вокруг, но когда-нибудь с тобой встречусь я, мой друг. Я одна теперь пою, а тогда вдвоем эту песенку мою мы с тобой споем. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Точно бумажки не нужны, все слова знают. Кто не знает, к концу выучит. Владимир Высоцкий. Где твои 17 лет на большом коленном? Где твои 17 лет на большом коленном? Где твой черный пистолет на большом коленном? А где тебя сегодня нет на большом коленном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал. Еще ведь! Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован, а он теперь стал все по новой, там верь, не верь. Но все же, где ты не был, где ты не придешь, нет, где-то по каретному пройдешь еще. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твой черный пистолет на большом каретном? А
где тебя сегодня нет? На большом коридоре, где твои 17 лет? На большом коридоре, где твои 17 бед? На большом коридоре, где твой черный пистолет? На большом коридоре, а где тебя сегодня нет? А теперь давайте переместимся в провинцию, столь любимую моему сердцу, например. Таиланд. Исконно русские земли, как сказал бы Мирзоян. Нет, это песня «Городок», она вам хорошо известна, на стихи Николая Заболоцкого. Музыку написал Владимир Красновский. Стирает прачка, муж пошел за водкой. На крыльце сидели собачка с маленькой бородкой. Целый день я на таращи, умные газетки. Если в доме кто заплачет, загрузит. Все на
пути те, что к счастью ведут, когда иду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Сейчас будет исключение из правил. В очень высокохудожественном произведении будет солировать автор музыки Константин Тарасов. Стихи Олега Митяева. Это у него был предыдущий солист до нас с Лидой. Тоже провинциальная тема. Но можно сказать, поскольку мы тут сидим и поем, что действительно мы однажды ехали в по Нижегородской области и подъезжая к Городцу, как-то так вот внимательно посмотрели на дорогу, и там человек один говорит: вот сейчас наша достопримечательность, и там написано на дороге дорожной краской, которая не стирается колесами, написано: «С добрым утром, любимая». А потом, сидя в одном из турецких борделей Германии, как-то скучно это все. Это же исконно русские земли какой-то. Да, скучно все и понятно. Я говорю: ну что, писанем что ли? Хиток. В городке периферии отдает весна бензина, дремлет сладко замороченный народ. И видит угла над трассы, на которой белой краской написал какой-то местный идиот: «С добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая надпись огнимая, луны различимая, и совместный светил. Ночь растает, без остатка не останется загадкой. Кто писал, не будут спорить свои. Им прекрасно видно средки, что нарушена разметка. Им так жалко, что раскроется. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. Эта надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем как в пути моя, пусть потерпит ГАИ. Счастливая, мартом хранимая, будет всем как пути моя, пусть потерпит гони. Константин Тарасов.
Дмитрий Богданов, Лилия Никитова. Мы продолжаем путешествовать по исконно русским землям. И на этот раз будет Брич Мула. Билеты продаются. А это путешествие от Виктора Берковского и Рейдьярда Киплинга. На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходил, иностранный
суда, только донный мандарин по страховой суда, только донный мандарин ходит по морю туда. Из Великопольской гавани всегда по четвергам сюда уходит плавание далеким берегам. Но в солнечной Бразилии, в Бразилии море, такое изобилие невиденных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходит плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только давно не долина, только давно не долина, только давно не долина ходит. Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию в отказе моей. И река всегда по четвергам сюда уходит плавание к далеким берегам. Живу ли Бразилию, 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 и я хочу Бразилию к далеким берегам. Только долго мы видали, самый громкий, самый веселый столик продолжается. А также мы напоминаем вам, что, в общем-то, вы можете, вот здесь есть столик для записок, вы можете какие-то свои пожелания высказать, и, может быть, даже мы их исполним. До встречи через 15 минут.